И вы, верно? Тот Меджай, что смог пересечь пустыню. А я Теодор. Один из тех, кто бьется с филакитами. Оттого и угодил в клетку? Да, сплоховал. Я ищу Дерата, мерзкого слугу Птолемея, ненавидящего египтян. Убийцу отцов, матерей и детей. Я не успокоюсь, пока не прикончу эту крысу. Одолжишь свой меч? Держи. Исполни долг. Славно! Я пойду в Вакхи к своим воинам. За мной! С каких это пор греки сражаются на стороне египтян? За мной! Не отставай! По отцу я египтянин, по матери грек. Здесь ничего нет. Стоим стеной! Порублю всех. На куски. Разберемся. Как обычно. Правда, я уже давным-давно оборвал все свои связи с Грецией и решил очистить мир от подобных Дерату. Блин, запашок. Почти достиг цели. Нашли лагерь, но их было больше. Нам пришлось отступить. Лазутчики врага схватили меня. Пытались узнать, где мои солдаты. И тогда ты направил их в западню. Вместе мы... Умно. Я всегда верил в моих братьев, но не ожидал увидеть в союзниках Меджая и Сивы. Кто-то тут есть. Совсем рядом. Так, ну что, засада. Идем! Мои воины вовсю славят тебя. Мы долго выслеживали Руджика. А тут ты прикончил его в одиночку. Ты преследуешь иные цели. Но иногда даже наши пути сходятся. Верно? Ну да, верно. Что правда, то правда. Так. Мы укроемся здесь. Подготовим новую атаку. Пойду к своим. Охранять нашего неба! Охранять вашего неба. А где вашего неба? Греки. Так, помочь нужно повстанцам. Повстанцам. Я его вижу! Держимся вместе! Проклятие! Так, неплохо устроились. Если я понял, если это сюда, там еще пещера. Куда? Живыми им не уйти. Пойдем. Обещаю. Отлично! За мной! Наконец-то. Мы укроемся здесь. Подготовим новую атаку. Пойду к своим. Так, сейчас я посмотрю. Да, это, скорее всего, в пещере. Дерат сбежал. Нек, как же я устал за ним бегать. Что нам делать? Что-то не получилось, я так понимаю. У нас появилась возможность убить двух зайцев одним ударом. Дождемся возвращения Дерата в лагерь. Готовьтесь. А пока попробуем взять в плен его песца в Каранисе. Угу. За моими людьми ведут охоту и тут же схватят. А тебя не знают, приведи нам... Приведи нам песца. Уж мы его разговорим. Песца. Где его искать? По ночам он отдыхает во дворе. Днем пишет, же его сидит. Можно найти около пишет. Храма или на террасе возле озера. Опрятно одет, и что неудивительно, окружен стражей. Не пропустишь. Ветер. Грядет буря.
что? Так, где-то здесь прячется тот, кто нам нужен. Скорее всего, это греки. Донас. Не отходить ни на шаг. Дират мнителен. Это глупо. Легат. Ну как, его еще охраняют. Кошки были священными животными в Египте, да и сейчас, наверное, на Ближнем Востоке так. Легат просто не хочет рисковать. Напасть могут в любой момент. Всем нужно быть наготове. Так, вот я его нашел. То есть его нужно либо выкрасть. Начинается. На куски порву. Меня тошнит. Вставай. Вставай ты, Египет. Так, сейчас... Нет, не пробить им блок. Придется из лука. Покувыркался немного, ну. А вот и писец. Так. Пьян. Мертвецки пьян. И что? Нужно вернуться в Вакхий. Писец может быстро прийти в себя. Ну да, он пока... Обратно тащить его. Так, на верблюда. Это совсем рядом. Славно. Молодец. Он у нас заговорит. А пока что соберем все отряды. Некоторые расположились к западу от Цакнапаю. Ступай к ним. Я прибуду следом. Положим конец злодействам Дерата. Ты знаешь каждый закоулок в Каранисе. Где Дерат? Где он? Кто это? Я таких не знаю. Ложь тебя не спасет. Прошу, хватит. Так отвечай, мы вырвем тебе пальцы. Нет, потом руки. Не смейте. Говори, где Дерат? Ну? Спасибо за помощь. Теперь мы узнаем все, что нужно. Не скажу. Ну? Не скажу! Иди к остальным, я скоро вернусь. Ну? Наступает пыльная, хотел сказать, пыльная, песчаная буря. Да надо ее где-то переждать, а потом, наверное, дальше. Руку быстро набивай. Пара кривобоких горшков, и вот ты уже лежишь в море.
затащил крокодил. Давай рассказывай. Вы воины Теодора? Да. А ты кто? Это Сиванец. Послушайте, вскоре Теодор присоединится к нам. Угу. Солдаты устали, но мы сможем дождаться подкрепления. Идем. Угу. Теодор! Теодор пришел. Точите мечи, готовьте стрелы. Точите мечи, готовьтесь. До иди за мной. Но не забывай, он мой. Что у тебя случилось? Почему ты так одержим Дератом? Мой отец растил фиги в Фаюме. Лучшие. Лучшие. Дерат ввел налог. Египтян обязали подчиниться. В один год урожай был скудным, и отцу было нечем платить. Дерат хотел уличить его. Взял одну фигу и надкусил. Вдоволь наелся червей. Солдаты смеялись. Генерал свирепел. Я смотрел, как отца повесили в его же саду. Хищники долго глодали его кости. Дерат воплощает беззаконие. Из-за него я стал таким. Помоги нам, Баек. Баек должен помочь. Дилемма! Боги привели нас сюда! Шлите. Сегодня мы будем вершить свой суд! Серьезно, люди. За Египет! За твоего отца, Теодор! Смерть злодею Дерату! Забудьте страх! Убить! Не убежит. Так, а тут что? Наблюдение мятежников. Так, пошлите. Я за подмогой. Так, 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 нет. Стража держит ухо востро. За подмогой нам все, не надо. Все, тебе некуда бежать, Дерат. Дерись! Ты, не пробить блок имя? Тебе, да? Слабо. Так познай и мою силу. С какой дубинкой? Я выпотрошу тебя. Так, есть один. Не всех. К оружию, братья! Так, с минус один. Вижу. Я выпотрошу тебя. Упокойся с миром. Это простые, их несложно. Что у них здесь еще есть? Так, а вот, видимо, последний. Или один, или один из. Ну бей его, Теодор! Укажите нашим врагам путь в Дуат! Один из. Это еще не все. Ха. Это еще не все. Верно служишь своим хозяевам грехам. Мы закончим. Никто не уйдет. Так, ну-ка. Пусть покажутся. Ну что, вспомнил, а? Тебе нет дороги в поля Иалу. Ah!
Теодору! Дерат получил свое! Наконец! Душа моего отца спокойна! Надо идти! Нам предстоит долгий путь! Добро снова победило. Была ли месть сладка, Теодор? Или это ложь? Ха! Читаешь мои мысли. Я не был на могиле отца с того дня, когда его убили. Я хотел отомстить. И я отомстил. Спасибо, Байек. Как жаль, что Меджаи канули в лету. Я наслышан о тебе. Погоди хвалить. Нас ждет еще много битв. Да! Пусть умножатся наши победы! Так, все, на этом пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, комменты, на все ответим. И всем спасибо и пока.